Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Тантал. Древнегреческая мифология, царь Сипил во Фригии, обреченный на вечные муки. Сын верховного олимпийского бога Зевса и фригийской царицы Плутта. Или сын Тмола, Паксанфу, лидийскому сын Гименея. Его жена Диона или Стеропа, или Еврианасса, отец Пелопа и Необа, а также Братеи. Как любимец богов Олимпа, Тантал имел доступ к их советам и перам. Он возгордился столь высоким положением и за оскорбление, нанесенное богам, был низвергнут в владение Аида. По одной версии предания, он разгласил тайные решения Зевса, либо рассказывал людям про тайны богов, по другой похитил со стола богов нектар и амброзию, чтобы дать их отведать друзьям, по третий совершил клятвопреступление, чтобы владеть золотой собакой, похищенной для него из храма Зевса. Тантал перед богом Гермесом принес ложную клятву, что не брал у царя Эфеса Пандарея золотую собаку Зевса. За это Зевс сразил его молнией и навалил ему на голову гору Сипил. Наконец, есть миф, согласно которому Тантал, испытывая всеведение богов, убил своего сына Пелопа, приготовил блюдо из его мяса и подал его пирующим богам. Те, однако, сразу поняли замысел Тантала и воскресили убитого. Лопатку в рассеянности съела богиня плодородия Деметра, погруженная в печаль по своей исчезнувшей дочери Персефоне. Гефест сделал ему новую лопатку из слоновой кости. Согласно греческому писателю и историку Деметрию, источником богатства Тантала были рудники во Фригии и Сипиле. Согласно Гомеру, Тантал испытывает в подземном царстве нестерпимые муки, голода и жары. Стоя по горло в воде, он не может достать воды и, видя близ себя роскошные плоды, не может овладеть ими. Как только он открывает рот, чтобы зачерпнуть воды, или поднимает руки, чтобы сорвать плод, вода утекает и ветвь с плодами отклоняется. Отсюда пошло выражение «танталовые муки». Весь род Тантала был проклят. Множество внуков и внучек Тантала, по разным свидетельствам от 7 до 20, были расстреляны из лука Аполлоном и Артемидой, поплатившись за гордыню их матери Необы, которая похвалялась детьми перед Лет. Сама же Необа с горя обратилась в камень. Вот так вкратце из Википедии о Тантале. Древнегреческой мифологии царь Сипил во Фригии, обреченный на вечные муки. Пока-пока, до свидания.